Новый день. Мы пошли с танками гулять. Рядом. Далеко пошел. Рядом идем. Рядом. Сидеть. 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 Солнышко радует. Ну, танк вообще все радует себя на улице. Еще, конечно, обламывает прогулки вот своим холодком. У нас парк Швейцарии сейчас реконструируют. Там не зайти никуда. А здесь... Я могу его, конечно, спускать? Не всегда. Как правильно, одна из подписчиков написала, не дай бог, какая-нибудь собака вылетит. Кобель. Тем более, если это будет лайка. Это все край. У нас просто он не любит его. Детка спасала маламут, и он теперь вообще видит просто лайку, тем более, ну, какую-нибудь вот такую вот собаку. У него все сразу. Альфа-самец. Всех убедить, отомстить и так далее. Пишите в комментариях, как у вас собаки реагируют на других собак. Гуляете ли вы сам с Асом без поводка? Я потому что даже вот видел, когда у меня предыдущий амсав был, девочка, в парке. Мужчина шел с двумя стафлодами, они были оба без молока, там было идеальное послушание. Они шли рядом, она стояла 5 человек, собачников, все гуляли без поводка, все игрались. А они с ним шли, две собаки, два стафлода, даже в сторону не посмотрели. Он им сказал рядом идти, и все, без поводка. Вот это, конечно, было послушание, это я понимаю. Так, пошли. Пошли. Иди, вот. Пойдем. Так, пойдем в магазин. Налево.